Всем добрый день. У нас вот такой рюкзачок из розетки, который клубничка, да? Или малинка. Малинка? Или малинка. Или малинка, или клубничка? Ну, он розовый, значит, наверное, малинка. А тут можно Итак, просчитать. Как называется? Непонятно. Рюкзачок, ягодка. Смотрим. Здесь у нас логотипчик. Cool for school. Тут вот так вот, как мешочек, он вот так вот открывается. Ага, тут затяжка такая есть, и да? И вот так вот. И вот тут такой вот прям. Здесь вот такая пимпочка есть. Ее нажимаешь и тянешь. Оп, все. И он раскрылся. Такой внутри желтенький. Да? Ой, тут что-то еще. Что там внутри? Тут дно. Знаю. Это дно. Тут одно отделение, больше ничего нет. Как мешочком сделано. И вот есть еще кармашек. Впереди. Так. Такой асимметричный карман. Вот. Тоже внутри желтеньким сделанный. И есть боковые кармашки. Тоже написано. Отделаны желтеньким. Так, есть вот логотипчик. Сзади лямки желтого цвета. Их можно затягивать, вот регулировать. Лямочки обычные, да. Угу. И такая вот петля, довольно-таки большая ручка, за которую можно носить. Угу. Сейчас мы что-нибудь положим, посмотрим, как выглядит наполненный. Ну вот мы в рюкзачок положили игрушки. И вот так он. Он как бы мешочком сделан. Вот эта крышка, она тут ничем не держится. Там иногда бывает на других, мы видели, здесь липучка есть. А здесь просто она прикрывается вот так. Потому что, ну, тут закрыто. Да, там закрыто. Ничего не выпадет. Вот такая ягодка. Такая маленькая. Держи. Или клубничка. Такая красота. Всем спасибо за внимание.